Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечного Сочи. Нет, Чили! Вы, конечно же, не знаете, как вообще Чили выглядит. Я тоже, парни, не знал, как выглядит Чили вплоть до последнего момента, пока здесь не оказался. На самом деле, в конце октября месяца здесь весна, и горы покрыты молодыми желтенькими цветочками. Ну а вот это уже знакомые вам по нашим выпускам. Внизу ссылка на этот выпуск, ребята, большого тест-драйва. Это тот самый Mercedes-Benz X-класса. Вся правда об этой тачке в большом тест-драйве прямо сейчас. Итак, ребятушки, самый главный вопрос, который у нас есть с вами к автомобилю Mercedes-Benz X-класса. Как эта тачка ведет себя на дороге? И я вам сейчас расскажу, как она себя ведет. Вы чувствуете? Вы слышите, какая это упругая девочка? Да, я очень люблю, когда у женщин упругое тело. Но не могу сказать, что это идеальные условия для настройки подвески для автомобиля. Значит, честно могу вам сказать, ребята, подвеска очень японская. То есть все те люди, которые водят L200, Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi, блин, как его там, ну, короче, и Pajero Sport туда же входит, все узнают в этом автомобиле настройки японского автопрома. Очень жесткая, упругая, я бы сказал так, подвеска вибровызов, реально. То есть отрабатывает ямы следующим образом. Мне пофиг, но мне также и пофиг, чувак, на тебя. Главное, что я проеду через любые ямы. То, что тебя тряхнет как следует, меня не волнует. Слушайте, ну и на ровных участках дороги машина себя действительно ведет себя как очень упругий мячик. Очень упругий. То есть, когда мы разговаривали накануне нашего теста со специалистами Mercedes, они рассказали следующую сагу. Она заключается в следующем. Машину постарались сделать такой же, как управляемый легковой автомобиль. Так вот, я вам честно могу сказать, ребята, это не получилось. Получился автомобиль с фантастической шумоизоляцией. Вы даже не слышите, что у вас под капотом 250-й дизель, да? Но при этом машина, конечно, ни в коем случае не является, ну, таким Porsche-образным, как, например, у Cayenne, сказать, аппаратом, где действительно есть иногда ощущение, что ты движешься в легковом автомобиле. Вот эта упругость подвески, которая действительно постоянно на любых неровностях отражается вот этой вибрацией, да, реально говорит тебе о том, что ты едешь, чувак, в автомобиле, который сделан для тех людей, которые привыкли к японскому стилю построения пикапов. Вот это правда, то, что я вам хотел сказать. Поехали дальше. Ну и, конечно, всех любителей охоты, рыбной ловли и просто выездов за пиломатериалами на рынок интересует, как эта машина себя ведет на сельской грунтовой дороге. Посмотрим и расскажем. Значит, ребята, естественно, мы подключили внедорожный режим 4 хай для того, чтобы и передний мост тоже участвовал в движении. И то, что меня лично немножко напрягло на тесте в городских условиях, то, что у этого автомобиля типичные для его одноклассников, для таких машин, как Mitsubishi L200, Ford Ranger, Toyota Hilux, вот, очень сильно поджатые амортизаторы, и фактически машина так живо в городе реагирует на все дорожные нюансы. Здесь во внедорожном режиме, конечно, это спасает, потому что у вас есть ощущение уверенности, да, что вы очередной каменюгой, какой-то ямой, рытвиной, которых здесь в изобилии на этой сельской чилийской дороге, вот, масса, вы не разобьете подвеску. У вас ходит ходуном весь кузов, трясется кресло, вы получаете такую достаточно сильную порцию заряда вибровызова по всему телу,
Но в любом случае у вас есть вот это ощущение, что этому автомобилю такая дорога не принесет никакого вреда существенного. Это очень важно, естественно. Собственно говоря, поскольку этот автомобиль, я как уже говорил, пришел на рынок в качестве премиального заменителя уже известных и перечисленных пикапов, да, то, естественно, он обладает всеми повадками, к которым люди уже привыкли. Рыбаки, охотники, всем им нужно чувствовать полную уверенность в автомобиле. И здесь, в кордильерах, а некоторые называют их андами, вот, в принципе, мы чувствуем, что действительно автомобиль ведет себя очень адекватно тем условиям, в которых его поместили. Дорогие товарищи, сегодня ярко светит солнце, а завтра снежная буря низвергнет свои хлопья на землю российскую. Значит, пора переобуваться в зимнюю резину. Как повезло, что у нас есть товарищи и партнеры. Магазин onlinetrade.ru. Onlinetrade.ru, ребят, это 200 тысяч товаров в 27 категориях. От подгузников до автомобильных шин. Включая абсолютно новые шины Nokian Hakkapeliitta 9. Ребятушки, почему мы сегодня говорим об этих шинах? Потому что мы говорим о шинах, которые впервые появились на рынке на планете Земля. Потому что здесь используется специальная система, инновационная, ошиповки резины от компании Nokian Tyres. Два типа шипов на одной покрышке. Вы запомнили? Два вида шипов. Итак, первые шипы, которые расположены здесь, посередине, отвечают за ускорение и торможение. А вторые шипы, расположенные в плечевой зоне, отвечают за прохождение поворотов и за поперечное сцепление. А в итоге, при любых дорожных условиях, какая бы муть ни была, понимаешь ли, перед вами на асфальте, вы чувствуете себя уверенно, надежно и комфортно за рулем. И еще одна важная деталь, ребятки. Каждый из этих двух шипов размещен и направлен определенным образом. И это размещение рассчитано на компьютере и подогнано по размеру. Ну а сама покрышка сделана из нового революционного состава резины. Материал называется Green Elastoproof. Эта резина не замерзнет, не задубеет при самых сильных морозах. Вы никогда не потеряете контакт с дорогой. И еще одна очень важная фишка. Военные технологии приходят на службу в гражданский мир. У компании Nokian Tyres появилась технология Nokian Tyres Aramid Sidewalls. Aramid — это военный материал для укрепления боковин крупных покрышек. Например, для кроссоверов, паркетников и внедорожников. И что будет, если вы с такой шиной влетите в бордюр на большой скорости? Ребят, да ничего не будет. Ничего. Вы в полной безопасности. Новейшая шина Nokian Hakkapeliitta 9 уже доступна для заказа в широкой рознице, внимание, в 111 типоразмерах для легкового транспорта, для внедорожников и для легкого коммерческого транспорта. И что очень важно, ребятки, каждая шина Nokian Hakkapeliitta снабжена бессрочной, расширенной гарантией. Это значит, что в случае непреднамеренного повреждения ее починят или заменят в любой момент. Это круто! Да. Ну а приобрести эти замечательные шины, как и другие товары, по очень выгодной цене можно у наших друзей в интернет-магазине onlinetrade.ru. Спросите, почему? Отвечаем, потому что в интернет-магазине onlinetrade.ru действует специальная программа лояльности с выгодными ценами для зарегистрированных пользователей и бонусными баллами за покупки. Поэтому прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео отправляйтесь на сайт интернет-магазина onlinetrade.ru, проходите несложную процедуру регистрации и начинайте экономить и время, и деньги уже сегодня. Да, проверьте цены на эти покрышки именно после регистрации в интернет-магазине onlinetrade.ru. Вы будете приятно удивлены, ребятки. Все подробности в описании к этому видео. onlinetrade.ru. onlinetrade.ru. Об эргономике. Рустам Иванович, наш специальный корреспондент в Южной Африке, обратил особое внимание на то, что руль у этого автомобиля чисто японская тема.
Вы можете регулировать по высоте, но никакие усилия не заставят эту супер японскую разработку регулироваться по вылету. Но, что интересно, вроде бы проблема, но с этим мерседесовским креслом, с его электрическими настройками, в принципе, я сижу достаточно комфортно. По крайней мере, мне с моей посадкой, с моим ростом в этом автомобиле удобно. Значит, об эргономических просчетах некоторых. Обратите внимание на подлокотник между сиденьями. Он широкий, хороший, но супер короткий и никуда не выдвигается. Если вы хотите сидеть, как в обычном Мерседесе, ну, например, GLE, он же в прошлом ML-ка, да, спокойно сидеть, как-то спокойно. Когда у вас два локтя, спокойно стоят, зафиксированы на подлокотниках. Здесь этот фокус не пройдет. То есть вам надо сидеть либо вот так за рулем, либо как-то вот так. Ну, в общем, полного комфорта в этом нет. Ставим Мерседесу на вид вот этот подлокотник. Его, на самом деле, наверное, дешевле всего исправить. А дальше. Меня не очень устраивает вот эта полочка. Даже в плоском изображении в вашем смартфоне или на телевизоре вы видите, что она сделана под наклоном, и она очень узкая. Хотя это не Гелендваген, да? Вот хочется владельцу Мерседеса проехаться вот так. Вот хочется, а невозможно, потому что локоть, блин, не помещается. А если на улице минус 30 и окно не открыть? В итоге получается некоторый конфуз, да? Дальше давайте пробежимся. Воздуховоды. Ну, фирменный как бы X-дизайн. Вопросов нет, тема отличная. Немножко лакового пластика использовано здесь. Ну и замечательный вот этот материал под алюминия. Может быть, это он и есть. Хотя вряд ли, потому что для удешевления конструкции наверняка это какая-то синтетика. Вот, в отличие от вот этого дубового материала, который здесь явно вот оправдывает, ну, наверное, не слишком высокую цену этого автомобиля, как бы нам хотелось, да. Но он здесь подбешивает немножко, но потерпеть можно. Отличные зеркала. В машине замечательный, ребята, обзор. Дорогая черная крыша. Да, все очень дорого, все очень хорошо. Лимитер, круиз-контроль. Ну и еще одна добавка, так сказать, немножко желчи. Полное отсутствие места для того, чтобы разместить в салоне автомобиля X-класса Mercedes нормальный лопатник в виде смартфона. Некуда сунуть его, блин. Ну, то есть у нас же с вами сегодня смартфоны, мы туда не только лазим, чтобы фотки посмотреть, да, но чтобы по интернету полазить, некуда сунуть, ни сюда, ни сюда он не влезает. Единственное место, вот ты думаешь, а может быть я вот как-то вот засуну его за рычаг КПП? Нет, он не засовывается, потому что я даже не буду его портить, этот прекрасный телефон. Ну, он улетит просто на пол. Небольшой, очень небольшой перчаточный ящик у этого автомобиля. Ну и, наверное, на этом с эргономическими какими-то просчетами мы покончим. Остается добавить, что на встрече с инженерами компании Mercedes-Benz мне сообщили, что по сравнению вот с донором, да, а именно автомобилем от Nissan, который называется Navara, вот, салон этого автомобиля на 5 сантиметров расширили. На 5 сантиметров. И, в принципе, это чувствуется, да, здесь достаточно много места. О недостатках я вам уже сказал. Надеюсь, компания Mercedes внимательно смотрит наш выпуск и возьмут на заметку те замечания, которые я из уважения сделал в этом выпуске. Подытожим. Плюсы этого автомобиля. Замечательная шумоизоляция, по-настоящему мерседесовская. Чувствуешь себя в совершенно особенном мире, так сказать, тихом и спокойном. Мир от компании Mercedes. Отличные двигатели, 250-й индекс, расход 7,5, вопросов нет. Минусы. Частичные вопросы к эргономике, к некоторым отделочным материалам, к отсутствию места для смартфона. Ну и прочие мелочи, да, которые вот в автомобиле есть. Плюс главный недостаток – слишком упругая подвеска. Японская, блин, гребаная японская упругая подвеска для рыболовов, охотников и прочих людей, которые, ну, в принципе, переносят тяготы и лишения рыбачьей и охотничьей жизни с достоинством. Вот. Но эта машина ни в коем случае не аналог легкового автопрома, не дай бог. Вот. Значит, какая была задача у этого автомобиля? Как я понял из разговоров с высшим руководящим составом компании Mercedes, в частности, подразделение V, то есть именно вены, то есть микроавтобус В-класса, да, например, вот эти ребята разрабатывали и вот этот автомобиль, да, вот это подразделение. Задача была следующая. Сделав цену на 10-15% больше, чем у Amarok, Hilux
и L200 начать пересаживать вот эту публику как раз на, соответственно, премиальный сегмент, да, обучать рыболовов и охотников тому, что можно мало того, что испытывать кайф от вождения такого автомобиля, вот, но еще и гордиться тем, что ты едешь типа в премиуме. И в этом случае задача выполнена. То есть машина должна подтягивать, красть у других производителей, как раз в сегменте пикапов, публику, чтобы она вот пересаживалась на Mercedes. В принципе, эта задача будет выполнена. Единственное, что пока что мы не знаем цену, но надеюсь, что ее скоро объявят, и тогда станет понятно, действительно ли сможет ли в России, в частности, этот автомобиль стать достойным конкурентом по количеству проданных аппаратов таким монстрам, как Volkswagen Amarok, L200, Toyota Hilux. Короче, ждем цены, ребят. Ребята, ну, естественно, мы хотим показать вам автомобиль в другом цвете. Цвет запуска золотой. В принципе, это цвет вызова. Вы видите, что у автомобиля много навесного оборудования. Есть пороги, есть специальная дуга. Это дорого, ребятушки. А Mercedes позволяет своим дилерам заработать, ведь навесное оборудование дает хорошую прибыль продавцу. Ну вот вы видите, что здесь в этой дуге расположен дополнительный стоп-сигнал, потому что дуга перекрывает стоп-сигнал штатный. Ну и особенно я хочу обратить ваше внимание теперь уже на задние фонари. Вы помните, что в первой версии этого автомобиля, в концепте, ходовой огонь должен был распространяться по окружности всей задней крышки. Но это слишком дорого, поэтому ограничились вот таким вот, зигзагом. Ну, тоже ничего, тоже красиво. Отличные хромовые накладки. Они говорят о том, что это дорогая машина. Естественно, мерседесовская звезда. Ну и, опять же, прекрасные колесные диски, обвес. И что касается брутальной морды, ребята. Дело в том, что в нашей стране пикапы покупают брутальные люди. Рыбаки, охотники и просто люди, которые не хотят ездить на телочьих автомобилях. И вы видите, что по сравнению с Хайлюксом и L200, которые в последнем поколении обзавелись огромным количеством хрома, и теперь уже на них могут ездить тёлки на каблуках. Вот он, самый настоящий немецкий брутал, который, правда, едет по-японски, но кого это, извините меня, волнует? Mercedes X-класс, ёмана. Друзья мои, конечно, вас интересуют и другие варианты цветов автомобиля Mercedes-Benz X-класс. Для самых брутальных черный цвет. Серебристый для тех, кто любит большой объем внешнего автомобиля. Очень интересный зеленый цвет нового X-класса. Опять же серебристый. Это у нас серый. Хорошо знакомый нам синий вариант. Золотистый цвет запуска. Светло-серый. И обратите отдельное внимание, красная тачка. Ну, это для тех торадоров, которые на свою шпагу нанизывают телочек. Наконец, синий автомобиль. И вот, ну, типа, условно говоря, коричневого цвета. В итоге, ребята, остается дело за вами. Копите бабки и выбирайте цвет. Ну и нужно закрепить наше понимание того, что данная тачка предназначена для того, чтобы на нее пересели владельцы японских пикапов, привыкшие к вибровызову во время езды по нормальной дороге. Посмотрим, как работают дифференциалы, понижайки, ну и прочие приколы для дамочек, которые хотят ездить по болоту, по грязи. Перед нами оффроуд-трасса. Посмотрим, как ведет себя машина на бездорожье. Значит, друзья мои, и все, что я понял о внедорожных качествах этого прекрасного автомобиля под названием X-класс Mercedes-Benz, он, несмотря на внешность такого красивенького Мерседеса, заточен на исполнение желаний охотников, рыболовов и прочей публики. И, конечно, если на обычной трассе подвеска работает вибровызовом, то на вот таких типа горных участков, на котором мы сейчас находимся, она ведет себя отлично, бесподобно и прекрасно преодолевает все препятствия, которые, ну, проложены строителями этой трассы. Без проблем, ни малейшего сомнения, что двигателей и трансмиссии хватит, у вас нет.
Естественно, у этого автомобиля есть набор специальных функций, помощь при спуске с горы, понижающая, 4 low, 4 high. Ну, в общем, весь набор функций, к которому привык, ну, фактически любой владелец нормального, сегодня продвинутого аппарата, типа Toyota Cruiser Prado и прочее, прочее, прочее. Все здесь есть, естественно. Вот мы выключаем, проезжаем дальше. И, конечно, именно на этой трассе мы понимаем, что подвеска, ребята, заточена как раз под прохождение вот таких участков дороги. То, что в городе и на шоссе с легкой неровностью, да, скажем так, ну, когда дорога сделана на 3-4 балла, немножко раздражает, да, и вызывает ощущение дискомфорта, здесь внушает просто уверенность в том, что эта машина действительно будет правильно себя вести на дороге и вас не подведет. К сожалению, так в жизни не бывает, чтобы в одном автомобиле вы смогли совместить все сразу. И комфорт лимузина, и внедорожные качества. Приходится чем-то жертвовать, что-то выбирать. Ну, а выбирать тем, у кого есть бабки. Если у вас есть бабки на новый Mercedes, в принципе, слово за вами. Ну и еще одно испытание классическое, рассчитанное, правда, скорее на публику вроде дамочек на шпильках. Проезд так называемого брода. Вот мы погружаемся, погружаемся. Камера под водой. Ну, естественно, спокойно совершенно выезжаем. Потому что, ребята, это Mercedes X-класса. И ему такие приколы по барабану. Друзья мои, вот и завершается наш краткий обзор новинки Mercedes-Benz X-класса. За моей спиной город Сантьяго. Это Чили. У некоторых из вас возникнет вопрос, а что связывает эту страну с нашей, с Россией-матушкой? И я вам отвечу. Ваша мама, папа, дедушка и бабушка стали нищими людьми в начале 90-х. Потому что у нас в стране начались реформы, которые были обкатаны и опробованы так называемой высшей школой экономики. Найдите 10 отличий с нашим учреждением с аналогичным названием в 70-е и 80-е годы. Именно отсюда в нашу страну пришла зараза либерального экономического мышления. Любуйтесь тем, откуда вся эта зараза пришла. С вами был Силавин из Чили. Отдыхайте.